here today. My first video, first vlog on my phone, on this channel, in English, because we're gonna race Lada Championship Pirelli here. And as you can see, this guy, you know, very well known. So here we are, yeah. Kirill Antonov sent a letter to everyone. Hello, and have a look on this. Периодически следует. Какие эмоции! Михаил Лопарев, все со мной, subscribe button. Кого? Кого ты? Here we have Павел Буконин, все со мной, our second friend. Say hello, all good luck. Hello, good luck. And have fun. Good race. And maybe something to Кирилл Антонов to slow down a little bit. And Кощеюшка Кимов. Мукони family, Мукони family. Кирилл, say something. Здесь съемка видео запрещена. Да, вот тем временем, друзья, возвращаясь на первую позицию, как позицион выехать. So you have to be honest with the goal. И дополнительный интерес, все-таки все участники будут в равных условиях, скажем так, в равных климатических условиях, в равных технических условиях. Будет интересно наблюдать за борьбой, будет интересно, будет такая мощная борьба, оседаем. Ну и вот теперь мы подошли к первой тете. Она сегодня у нас ее снимал. Сергей Никимов сейчас он снимает самого себя, даже успевает оставить какое-то послание такое перед стартом, затем, естественно, все это развести на своих страничках в соцсетях. Ну что же, действительно, сегодня решающий Сим Рейсинг сейчас может рассматриваться.
называться как ступенька в реалии автоспорта. Ну что, ребята, в этом году конкуренцию составили и Павел, и Иван. И мне кажется, вот сейчас на финале эти ребята точно так же настроились. Let's go. И я уже говорю сегодня. So, nothing new, nothing something I finished in first race in ninth place, and on the second race I finished in 10.5 or 6. I was a little bit unlucky, but no. Oh, but it's over. As you can see, Checo Kvyat is walking very happy. You can see. So, I think you can see on my. So let's go to see our champion. Надо было еще внимание. Давай, кулачок. Да как я переживал, у меня тормоз не работает, эти не работают. Главите с вами за решающими заездами. Я такой года попал в я ваш представитель Сергей Бедоров и постоянный гость наших эфиров, наших трансляций, золотой гонщик команды «Лада Спорта Свет» в российском туринге Леонид Манкин-Улпатова. И здесь сегодня никаких вопросов не осталось. Выиграв обе гонки, завоевав две полпозиции, дважды показав лучшее время на круге. Чемпион сезона 2022 года турнира по виртуальным гонкам. Лада Спорт Свет и чемпионшип. Представитель города Твери Кирилл Антонов! И половину из всего призового фонда этого чемпионата 100 тысяч рублей получает Кирилл Антонов за победу в финале турнира «Лада Спорт Москва» и чемпионшип. Ну и конечно же, у кого соблюдут от Антонова правят аплодисменты новому чемпиону! Две образцовые ноги, два больших шлема, максимальный результат 52 очка из 52 возможных. Давайте мы